Всем привет, с вами Алия. Давайте узнаем самые интересные новости. В Москве спасатели приехали вскрывать захлопнувшуюся дверь, но случайно закрылись сами. Владельцы никак не могли открыть свою дверь. Прибывшие спасатели успешно справились с задачей и решили проверить, все ли работает. Зашли внутрь и закрыли дверь. Это стало ошибкой. Инструменты остались снаружи, а дверь опять предательски отказалась открываться. В итоге, после нескольких безуспешных попыток, спасателям самим уже пришлось вызывать вторую бригаду на подмогу. В комментариях интересуются, сколько же бригад там сейчас. И возможно, что только седьмая группа спасателей догадалась вставить ногу между косяком и дверью. Мужчина объел 20 ресторанов, ни разу не заплатив за ужин. Каждый раз он имитировал сердечный приступ. Актер без Оскара терроризировал рестораны Испании своим мини-спектаклем. Сначала мужчина вдоволь наедался, а потом вдруг терял сознание и скрывался с незакрытым счетом на карете скорой помощи. Скоро на мужчину с большим желудком и слабым сердцем вывесили ориентировку. Поэтому, когда он в очередной раз рухнул на пол в конце плотного ужина, приводить его в чувство приехали не медики, а полиция. Dove, Timo Tai, Clear и Rexona Men. Компания Unilever регистрирует имеющиеся бренды на кириллице. Теперь это реальные торговые марки. В сети появилось много вопросов к Dove, ведь вместо него теперь Dove. В комментариях нашлись и более интересные версии. Кто-то говорит, что Timo Tai было бы славно зарегистрировать как шампунь Тимофей, Rexona Men как чистый мужик, а вместо Dove – голубь. Кот прыгнул на клавиатуру и случайно стер базу данных из государственной IT-системы. Во время онлайн-конференции один из сотрудников полез под стол и оставил свой компьютер без присмотра. Этим сразу же воспользовался его питомец, который приземлил свою пятую точку на клавиатуру. В итоге пушистая попа удалила данные IT-системы медицинского департамента по делам ветеранов. В итоге крайним остался не кот, а IT-директор компании. Его и вызвали на ковер и потребовали объяснений. После этого он сказал: «Вот поэтому у меня собака». А на этом все. Оставайся с нами, у нас весело.